Тем временем ситуация внутри страны по-прежнему приковывает самое пристальное внимание со стороны мирового сообщества. Параметры миссии миротворцев ООН на востоке Украины выработают политдиректора МИДов Нормандской четверки. Об этом по итогам встречи в Берлине сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Переговоры пройдут в ближайшие недели. Дипломат также отметил, что стороны принципиально готовы ко вводу миротворцев, но еще не выработали единой позиции по мандату и составу миссии. Глава российского МИД отметил, что встреча была очень полезной. Среди тем обсуждался и острый вопрос освобождения заключенных. Омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по урегулированию этой проблемы.